детей и так далее, кому это помогло? Понимаете, я сейчас перестал печалиться о том, что все в стране плохо, поддерживать вот эти такие пессимистические настроения или там идеи. Я совсем понятно, что все плохо, будет полный кирдык, идем мы к этому. Но постоянно пережевывать это, что сегодня плохо, завтра плохо, еще будет хуже. Ну, хватит уже это пережевывать, уже надо что-то делать. На фоне того, что я что-то делаю, ну, может быть, это меня защитит от бульдозера. В вашей стране это хорошо. Во всей стране плохо, а в вашей стране все нормально. Ваше свое государство маленькое, я правильно понимаю? Ну, есть много стран, и хорошо. Вот там вопрос, да. У меня пара вопросов, если можно. Я правильно понимаю, что вот полионы фактически входят только на территории вот вашей деревни? Или это не вполне? Нет, не вполне. Они сейчас... так скажем, внутри проекта они работают, внутри проекта по обеспечению добра. Вот из Уфы, как раз Алексей в Уфе у нас купил Корион, он не может получать от нас продукты питания, но, по крайней мере, он получает от нас какие-то дивиденды за этот Корион. Москвичи получают продукты питания свежие, прям с огорода на стол. Нет, они, что-то у нас в Китае, несколько, что-то в Америке, что-то в Европе. Да. Так скажем, корпоративного проекта. А другая серия вопросов, такая юридическая, если можно ответить, не секретная информация. Значит, в первую очередь прокуратура подала какое, по сути дела, чисто административный такой иск о том, что вы прекратили пользоваться пилионами, да, в гражданском случае. Я правильно понимаю? И о том, что правильно понимаю, да? И этот суд они выиграли, да? Какое это? Я, честно, я не вижу, я как сторонний наблюдатель сидел, пытался понять, для какой цели эта комедия была разыграна прокуратурой, судом, банком, правительством. То ли это вброс какой-то был, просто меня использовали как... Я юридическую сторону пытаюсь понять. То есть они вам дали предписание прекратить выпуск леона. Да, когда вы отказались, вы... Нет, ничего не было. Они просто объявили, что клен является угрозой финансовой стабильности, развил кризис. Обратились в суд с требованием Там юридически глупо все было сделано, было, скорее всего, шоу какое-то устроено. Там юристы, там собрали, там юристы не могли найти. Да, такой вопрос. Вы сказали, что вы в интересе своей деревни какие-то выполняете социальные обязательства. Не могли бы подробнее подробнее, что имеется в виду взаимопомощь, какая-то пенсионная система? Ну, во-первых, мы верим себя обеспечением дровами стариков, раз, уборку снега, защиту от пожаров, даже приведу пример, у нас был такой момент, когда мы выбрали своего шерифа, тоже так смешные функции ему назначили, тем не менее, ружье дали, значок из банки консервной вывезли. У нас все хорошо, у нас автоматы приходят два раза в неделю, у нас два раза в неделю происходит референдум деревенский. Дали ружье, сказали, что тебе на откуп еще